Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей, и вы находитесь на канале Гитармани. И сегодня у нас очередное видео из цикла роликов «Дарю рифы». Если кто-то не знает, то это мои личные рифы, я их показываю вам. И я совершенно не буду против, если вы будете использовать эти рифы в своем творчестве. Друзья, хочу вам напомнить, что у меня есть социальные сети, это Яндекс.Дзен. Если вы перейдете и подпишетесь на Яндекс.Дзен, вы сделаете мне большое одолжение. Также у меня есть Телеграм-канал, он существует на тот случай, если вдруг YouTube все-таки заблокирует, чтобы мы не потерялись. Также не забывайте, что при покупке в магазине Струнки.ру с моим промокодом Гитармания вы получаете скидку 7%. Я же получаю 3% от вашей сделки, и это очень круто поддерживает канал материально. Так что, если хотите поддержать мой канал, то покупайте в магазине Струнки.ру именно с моим промокодом Гитармания. Гитара у нас настроена в строй дроп-до, то есть это стандартный строй ре, и плюс шестая струна опущена еще на один тон, и получается дроп-до. Давайте риф я сыграю медленно. Вот такой простой риф начинается вот с такой штуки. Это у нас квинта, поскольку у нас дроп, то мы зажимаем просто барре. То есть пятая и шестая струна, третий лад с полмьютом, потом второй лад, потом открытая, потом заканчивается на втором ладу. Получается такая штука. Далее идет вот такая вещь. Это первая и вторая струна кварта на седьмом ладу. Далее у нас идут слайды на квинтах. Играются они через открытую шестую струну с палм-мьютом. Вы можете дергать две струны, можете дергать аж три струны. Шестую, пятую и четвертую. И зажимаете все одним пальцем. Слайды у нас идут со второго на третий лад. Далее открытая шестая струна с палм-мьютом. Далее такой же слайд. Опять открытая шестая струна с палм-мьютом. И заканчиваем на втором ладу. Получается вот такая вещь. Дальше опять кварта, первая, вторая струна на седьмом ладу. И далее идет палм-мьют по открытой шестой струне. Давайте сыграем все вместе. Ну что, друзья, вот такой простой риф, но я уверен, что многим из вас с ним придется немножко посидеть. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нас ждет много всего интересного. На канале уже более 300 видео про электрогитары, про все, что связано с электрогитарами, а будет еще больше. Также не забывайте про Яндекс.Дзен, вы мне окажете большую услугу, если подпишетесь на Яндекс.Дзен, ссылки будут в описании под этим видео. Про мой промокод Гитармания в случае покупки на магазине Струнки.ру вы будете получите 7% скидки и также поддержите меня 3%. Ну, а меня зовут Сергей, и это был канал Гитармания. Всем позитивного настроения. До встречи на Ютубе!